Также Марина Ковтун во время визита в поселок Верхнетуломский встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны и вручила медали к 70-летию Победы. Вы второй человек на Кольском полуострове, который эту медаль получает. Я вас поздравляю. Памятную медаль из рук главы региона получили Алексей Митрофанович Митрофанов, Елена Васильевна Рамзайцева и Валентина Александровна Сорокина. Поздравили с получением медали ветеранов и воспитанники Верхнетуломской детской музыкальной школы, в стенах которой проходило вручение наград. Настолько важно сегодня сохранить память о войне, передать все знания детям, чтобы они, в свою очередь, передали своим детям значение подвига советского солдата в освобождении нашей страны от коричневой чумы.